Дорогие лидеры Беларуси, я хочу сегодня поздравить новых старших бриллиантов Елену и Александра Климашонок. Это удивительные люди, семейная пара, которые я восторгаюсь и наблюдал на сцене, как они умеют выступать эффективно, ярко и мотивационно. Конечно же, я хочу поздравить еще сильного лидера, который умеет обучать свою команду, нового бриллианта Марину Родькину. Все вы сегодня показываете на звездном небосклоне компании Oriflame самые яркие результаты. Сегодня вы в авангарде и показываете тренд. Вы ориентиры будущих лидеров компании Oriflame. Вы доказываете, что компания Oriflame на каждом этапе готова развиваться и расти, потому что перед нами открываются новые возможности, новые перспективы. Каждый из вас, кто сегодня присутствует на этом мероприятии, поздравит своих спонсоров и коллег. Но самое главное, вы послушайте их секреты, узнайте, что конкретно они делают и как их действия отличаются от тех, кто сегодня сидит дома, опустил руки, сдался и ни к чему не стремится. Вы сегодня обладаете уникальной возможностью учиться у лучших. Поздравляю с новыми званиями. До скорых встреч. Огромный привет с Украины. И точно знаем, что мы вместе с вами увидимся на